дорогие друзья. Это, собираем клубнику. Научите вас, как правильно собирать клубнику. Я просто уже устала. Короче, собираем клубнику. Когда устали, уже совсем не магадю. Ищем вот такой вот лягушатник. И бегом туда. И обратно со сборами ягод. Ну и таким вот методом клубника, лягушатник. Мне удалось, Саша немножко помог. Собрала тело, сколько клубники. Теперь надо залезть, наверное, высыпать все лягушатник, плавать и перебирать, да? А что будешь делать? Почему ты мне не говоришь? Фундамент будешь заливать? Так-с. Зачем-то забивает арматуру. Не признается, зачем. У нас уже, дорогие друзья, начинаются огурчики. Какие малыши уже есть. Смотрите. Какова красота. О, сколько много огурчиков. Тут еще нет, а тут уже начинаются огурчики. О, капец, какая жара невыносимая, я таю. Я сейчас растаю. Бедные помидорчики, надо прополоть их. Уже ушки обвяли. Где-то я видела помидорки у нас есть. Вот, уже завязываются помидорки. Видите? Где-то помидорок, что я его даже камеру. О, оборвать травку. Обязательно полить. Надо будет вечером и утром. Сосенечек. Ну вот, недавно полола травку. Недавно борилась с травой. Вот, опять начинается трава. О, хорошо. Сенечки тоже жарко. Саш, занеси клубнику в дом. Несешь? Ну, окей. Как говорила Катька, семья Данилова в прошлом году. Это не я. Это не я так делаю. Это тапочки мне так делают. Я зацепилась. Фу. Капец. В тени, дорогие друзья, 24 число. А еще у нас в бане завелись. О, сидят малышня и жужжат как. Жарко им, наверное, да? О. Как они зузат. Ой, как страшно они зузат. А еще жара жарой. Друзья, смотрите, как у меня белая розочка. Какая красавица. Какая красивая. Такая интересная. Тут на одной палочке по одну, на одном стебле по одной розочке. А на этой раз, два, три, четыре, аж пять штучек. Видите, как интересно. Вот, что еще? Ну, тут его надо прополкой заняться. Тут еще траву оборвала. Вынести надо. Смотрите, что какая красота. Какая красивая роза. Покупала, между прочим, я ее. А на рисунке была белая. А на самом деле она внутри такая вон, желтая. Не знаю, не видно вам, наверное. Вот тут будет хорошо видно. Вон желтая такая. А ободочки оранжевая. А та белая, это я ее с черенка стыбзила. Вот. Была у людей. У них работала. Короче. Вот, были розы красивые. Я черночков нарезала, и вот прижилась белая розочка. Вот какая красная, букетная, красивая. Правда, мелкая такая, не крупная, но зато знаете, какая красота. А это уже цвета, это какая-то она покоробленная вся, не знаю. Уже отсела такая, тоже розовая, но непонятно как. Вот это вот очень красивая. Такая бархатная. Эти еще только-только будут распускаться, мои рабенькие. У Иночки деревня 30 рус тоже есть такого расти. Одна из таких расцветок. Я не видела. Вкусно пахнет, да? Сейчас будем перебирать, будем кушать. Все вянет. Жара, друзья, жара. Но самое главное, розы это прелесть. Я так люблю розы. И вообще я из всех. О, сейчас Доминикину реакцию посмотрим. Папа зовет Доминику.
Чего? Чего, говорит? Где? Как тебе? Большая тарелка? Реакция дивидика, да? Да, заупал из-за этого. Видишь, сколько клубники мама с папой собирали? Много, да? Хочешь клубничку? Будешь? Бери. Какая тебе нравится. Покажи, какая она большая. О, не торопись. И тепленькая. И тепленькая, потому что жарко на улице. Сейчас я, дочка, давай помою тебе эту одну. Сейчас я приду с улички. Да, остальные я помыл. О, ты так почему-то справа. Ой. Каринка в лагере. И завтра Каринка будет в лагере. Кариночка приедет только 30 числа домой. Держи. Кушай. Да, кушай там. О, у меня еще кролик стоит, Сашка. Забил пару кролей. Сейчас буду это на фарш крутить. Жесть. О, дали как у меня? Торчком постоянно края волос коротенькие. Ой. Как там в ТикТоке говорится? Такой жарой. Я подозреваю, что я не таю, да? Не потею, а таю. Как снеговик. Только из сала. Соловичок. Вообще реально аж, ну, хорошо, что он дома есть. Какой-никакой, но есть бассейн. В него можно окунуться, немножко охладиться, и будет хорошо. Слепить глаза не могу. Как вы, друзья, как вы выдержите такую жару? Особенно я не завидую тем, кто живет в городе, в которых в квартирах еще и солнечная сторона. Я не представляю, как вы выдерживаете такую жару. Потому что нам в деревне то легче, можно хоть быстренько окунуться. А в городе, наверное, не вылазить в ванной, наливать воду, в ванну холодную и сидеть там. Не представляю, что бы было, если бы мы жили в городе. Да не жили бы мы в городе, мы не городские. Я в городе пожила год, пока Санька не встретила. Это не мое. Вот, так что. Будем перебирать клубнику. В доме холодочек. Сейчас пойду еще окунусь, сниму с себя мокрое белье. И пойду перебирать клубнику. Ну что, все, перебрала, хвостики все потрубала. Ой, сейчас буду мыть. Набрала воды холодненькой. Сейчас буду понемножку брать, полоскать. И где-то сейчас у меня есть дрюшлаг. И дрюшлачок. Вот всякое мне барахло. На дрюшлачок. Чуть-чуть, чтобы стекла водичка. Бля. Едить. Могу закрыть, чтобы стекла водичка, и будем засыпать все это дело сахаром. Между прочим, клубника не сильно грязная, нормальная и очень вкусная. Так что мульча — это тоже хорошо. Спонбон — хорошо, чистая ягода. И когда замульчированы градки, тоже очень чистая ягода. Самую крупную повыбирали. Доминика. Лопает, сидит. Какая она вкусная. Скажите, поросенок выкинула клубнику. И руки тоже. Включай воду, мой руки. То мне надо тоже клубнику мыть. А кто тогда и коты? Я и кайф. Давай, мы руки. И бузьки помыть не забудь. Нормально водичкой мыть лицо. Ой, да не пайся ты. Во, вот так. Не надо вставать. Во. Покажись. Нос грязный. Выше.
Выше, вот тут нос грязный, вот тут. Кажись, все, чистая. Я еще поиграю. Поиграешься? А разве можно с водой играться? Не надо ягодки мыть. Все, иди вытирайся твое полотенце. Ну, иди вытирайся. Кошмар какая. Капец, друзья. Плитка в тени, в тенечке. Но она такая горячая. В тенечке. Еще солнце не повернулось на градусник. Сколько там? Капец. 30... Так, 5, 6, 7. 37 градусов в тени. Я представляю, что делается на солнце. Друзья, берегите себя. Это что-то с чем-то. Мы горим. Реально, мы горим. Солнце нас сожжет. Так, надо бежать как-то. Надо же выбросить это. Колбаски кусочек отрезала, хочу съесть. Боже мой. Ну, боже мой, мои собачки, как вы себя тут чувствуете? Цыплята хакают. Бэгги. Ой, Бэгги. 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 Девочка, тише там, там утопись в воде. Бэгги. Бэгги, Бэгги. Ты беги, да, и беги. Беги, собачка, беги. Какая хорошенькая у нас собачка, да? Да, такая маленькая. Это вредина, мила наша. Трава горячая, все. Кипяток, что с томатами? Капец. Надо подвязать. Блин. Сегодня навряд ли я успею что сделать. Капец, какая горячина. Друзья, у нас там еще нормально. Так-то небо. А с города идет не туча, а просто небо затягивает. Черных туч нет, а просто именно темнеет. Вот. Доминика хочет немножко поплавать в нашем лягушатнике. Залазь. Где-то далек даже гремит. Ну как, холодненько? Нормально? Давай, плескайся. Мы пойдем с папой цыплят соберем, потому что если будет дождик... Ой, хай бы только был спокойный дождик. Залазь в круг пока. Тебя одну оставлять здесь нельзя? Я ножки покупаю. Свою ножку вторую. Все, садись в круг. Это, хай бы только прошел сейчас спокойный дождик. Нет, это не сильный. Чтоб ничего не побило, не поломало. Ну, цыплят нужно собрать. Подвинься. Тихо-тихо. Петух. И с той стороны стоишь. Ну, купайся. Купайся, купайся. Мы тут рядышком. Ну, водичку. Блин, наверное, теплая новая. Холодный из дома набери. Снимай майку, снимай. Ой, сейчас неудобно. Засыпала клубнику. Сейчас буду делать котлеты. А тем временем у нас, дорогие друзья, что делается на улице, начинается ветрище. Ветрище. Что творится? Что творится? Ой-ой-ой. 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 Ой-ой-ой, давно у нас такого не было. Ой, капает дождь. Все, уже дождь капает. Сейчас как у сади, капец будет. Жесть, уже машина мокрая. Уже капает.
капаю, моргаю. Страшно так. Ой-ой-ой. А котлетки жарить надо, да? Да. Да. Чтобы ты не была голодной. Ты голодная? Ты опять что только что не зацепилась за провод, могла упасть. Аккуратно ходить. Да, будем делать котлетки из кролика. Котлетки, 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 котлетки. И дождик. Правда, не сильный. Ветер сильный, а дождь не сильный такой. Ну, нормальный как бы. Рыми. Ой-ой-ой. Будешь кушать? Да? Котлетки с гречкой? Да? Ну, кушай. Мига будет кушать. А у нас на улице уже нет дождя. Нету, нету, даже можно сказать его. Тут даже и не намочило. Так что он был такой. Вот, иди кушай. Был дождик легенький. Даже под качелями он капельку не промочило. Но зато знаете, как сейчас на улице стало свежо-свежо. О! 21 градус. Прикиньте, как оно быстренько. Из 37. Понизился градус. Ох ты! Блин, что волос пропало. Далее, кто смотрел ролик с самого начала и смотрит его до конца, упала бочка. Прикиньте, тряпку мою половую вот отсюда вот свистнула ветром. Ну, конечно же, и полегла. Огурцы полегли. Ну, а так, в принципе, неплохо. Нормально. Бочка эта поднимется. Больше ничего не упало. Так что нормально. О, блин, убаси. Ай, сдуло с крыши. Отсюда здесь лежала вот эта решетка. И вон та, которая в бассейне. Капец. Короче, ну, в принципе, бассейн нужно уже чистить. Саша вечером будет воду все это выливать на... Будет носить под деревья. По огороду поливать. Потому что все равно, какой дождь, не дождь, все равно еще... А, это самое. Ой, что начало не пролило. Надо вот травку порвать по этим, по огурцам пройтись. Там он, в этом. А траву в этой, как называется? В горохе траву я не стала рвать. Потому что вот где я порвала траву в горохе, горох весь полег. А где есть трава, только по краешку здесь вот можно оборвать. Горох стоит замечательно. Травка его держит. Очень хорошо. Клубника довольна. Довольна клубникой. Клубнику почистила и помыла один раз. Вот, чистая. Да, пошла трава. Где-то, где больше прилегла трава. Господи. Ну, даже и видно, где-то кошка бегала, вот тут песок, да. Да бог с ним. В следующем году опять все это дело замульчируется. Вот, но главное, что результат — чистые ягоды. Так что вот тут, в принципе, ну тут есть тоже клубника с ягодами. Можно было не мульчировать. Но все же яблоки упали ветром. Можно потяпать и все на этом. Открыть томатики, чтобы подышали немножко. Она меня сейчас как накапай-накапай. Нужно мне отсечь вот здесь вот. А лучше вот эту, которая на проник ложится. Угу. Друзья, ну у меня остался часик поваляться с Доминикой. И Доминика. И это самое. Буду собираться на работу? Да. Да. Ночную смену мама сегодня. Да. Да? Да. Да. Всем пока-пока. Нет, нет. Да. Пока-пока.